По информации Луганск-информцентра, сегодня открылась первая республиканская выставка «Люблю тебя, мой край родной». На выставке представлено более 350 работ юных художников. Это воспитанники школ, внешкольных учреждений и творческих объединений со всех территорий Луганской Народной Республики. Луганска, Алчевска, Антрацита, Брянки, Краснодона, Красного Луча, Первомайска, Равенек, Стаханова, Свердловска, Лутугина, Суходольска, Ирмина и Червонопартизанска. Также были представлены художественные работы коллективов «Керамик Арт Студия», «Круглый год», «Бисероплетение» и «Гончарик». Организаторы выставки провели для посетителей небольшую экскурсию, рассказав об особенностях экспонатов и техниках исполнения. Это изобразительное искусство, работа с деревом, природными материалами, нитками, лентами, бисером и многое другое. Большое внимание гостей выставки привлек стенд с работами юных художников, выполненных пастельными, масляными и акварельными красками. Отдельный уголок был посвящен красоте Луганского края. Работы воспели красоту антрацита Свердловска, Луганска. Здесь представлены сделанные руками детей куклы в фольклорных костюмах, а также кукла-шахтер и другие. По словам организаторов, по окончании выставки компетентное жюри определит победителей конкурса, которые впоследствии будут отмечены грамотами Министерства образования и науки Луганской Народной Республики.